Всем привет, с вами Мистрал, и добро пожаловать в игрушку под названием Евро Трек Симулятор. И посмотрите, мы находимся нога в ногу. Мы находимся внутри грузовика, другого грузовика. И что ж, в прошлый раз я немножко не посмотрел, там вот видите, справа внизу оказывается красным под цветом написано, приконнектился я или нет. Ну, короче, мы в онлайне, здесь три человека, я играю на Europe 2. Ссылочку на этот сервис я оставлю в комментариях. Если вы хотите, то вы можете поиграть. Короче, вам все, что необходимо, это скачать мод, потом установить его, указать папку игры и все. Просто запускаете, коннектитесь, вводите свои. Ну да, кстати, регистрация, ну это естественно, вводите свой email и пароль, и вы уже в игре. Собственно, ничего сверхъестественного нет. Берете грузы и катаетесь сколько вам угодно, да. Пока здесь всего лишь три человека, включая меня. Так, опять же, к нам какой-то чувак присоединился. Так, ну главное его не задеть. Это я не водитель, такой уж профессионал. Давайте мы лучше, наверное, включим вот так вот. Не, лучше мне смотреть, что он там делает, потому что я его не вижу. Лучше тогда уже с кабины. Ну вот, он проехал вперед, поэтому можно включить более удобный вид. Что ж, наши пути рассоединяются. К большому сожалению, я не помню, на какую кнопку. А, вспомнил. Короче, мы шли в левостороннее движение. Точно. Так вот, чё ж я раньше не снимал видео, дорогие друзья, объясню причину. Короче, у меня кокнулся компьютер. И ребята, которым я дал на тест материнку, долго ее проверяли, тестировали. Она просто была на гарантии, поэтому почему бы не воспользоваться бесплатными услугами. И они мне возвращали чуть ли не 2 месяца, поэтому я не мог ничего делать. Были стримы на Твиче, да, были, но это были стримы с PlayStation, а поскольку там в PlayStation микрофон не лучшим образом, грубо говоря, да, работает. Поэтому там были без комментариев, ну, просто так, чисто по фану. Так, ну я надеюсь, я правильно еду, я хоть в Лондоне, потому что я сейчас. А, я понял. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы попробуем сделать маневр. Это разворот. Я надеюсь, у меня это получится. Что навряд ли. Оп, текстурка в текстурку и все. Ну хорошо, не туда немного свернул, тем не менее, давайте сейчас под красивую музыку начнем наше движение. И приятного просмотра, друзья. Да. Но мы все равно одни. Like love in the night. There's no stopping what I feel inside.
in the backseat of my car. We're timeless, sailing through, but tonight, no, we can't go far. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally see. Что ж, дорогие друзья, нам осталось так, я немножко прифигел. Нам осталось 11 часов из-за того, что я не подождал. А, тот чувак тоже начал бежать, поэтому все норм. Но тут забавный случай, я так полагаю, таких много, да? Потому что я смотрел видео одно, там, где как раз таки ребята веселились, устраивали массовые ДТП. Но тем не менее, у нас все повреждения из-за того, что либо я не хотел снижать скорость, либо из-за того, что вот как сейчас пришлось сделать объезд стоячего транспортного средства. Так. Ну хорошо, за бортом у нас фиг знает сколько градусов. 11 часов нам осталось, высчитывает нам GPS. Судя по этому... О, как видите, они тут соблюдают полностью ДТП. Ой, ДТП, это ПДД? ДТП. Конечно, тормозить надо мне заранее, я это уже понял, потому что сколько раз я врезался в бордюры из-за того, что не рассчитывал тормозную траекторию. Но, как видите, здесь ребята и лагают, и все, но играть интереснее, конечно, с другими игроками. Тем не менее, искусственного интеллекта здесь нет. Из такого, чтобы было, вот, как знаете, месиво, легковые автомобили и плюс грузовые, то было бы, наверное, прикольнее. Но, тем не менее, дороги пустые. Но, несмотря на это, все равно, как-то, знаете, видишь другого игрока, то весело становится, что ли. Ну хорошо, я тогда продолжаю движение.
А, подождите, мы походу сейчас прилетели как раз-таки не в порт. Это не порт. А это порт, что ли? О, как. А мы сейчас полетим на самолете. Ух ты! Нифига заносит. А, так, ладно, я заранее снижу скорость, потому что чему-то слишком сильно заносит его. Так, надо повернуть. Ой, куда мне дальше? А, мы на поезде отправляем. А, да, вот вижу. Немножко зацепились. Ничего страшного. Как красиво. Мне сейчас надо грамотно и красиво припарковать ее, да? Ну хорошо, давайте попробуем. Я так полагаю, кабина надо зеленую зону вот так вот поместиться, да? Нажмите Enter, чтобы посмотреть все возможные объекты. А у нас только один, да, это 300 евро стоит, ну ладно. А, за эту путевку я потратил, сколько там, сколько штраф был? 555 вроде, да? Или сколько, 550? Ну, короче, косарик я точно потратил, просто так. И у меня, походу, зависла игра. Какая досада. Нет, она серьезно зависла? Она зависла? А не. Звуковые эффекты типа едем, да? Я понял. О, открыто достижение. А, но у вас не отображается, потому что это... То, что надо. Так, нет, кэш фулбека. А, так. Я так полагаю, выезжать сюда, да? А у меня особенного выбора нет. Ну хорошо, поехали прямо. Нас доставили к пункту... Ой, назначение. Так. Сейчас наша задача доставить, и нам осталось 10 часов. То есть мы сэкономили 2 часа езды. А, ну я, кстати, не посмотрел, сколько километров до этого было, поэтому я не могу предполагать. Кстати говоря, мы, походу, уже находимся, когда мы должны ехать немножко, да. Не так, как хотелось бы. Правостороннее движение. А надеюсь, две полосы, походу, в одном направлении, типа выезд. Ну ок. Так, сколько здесь человек? Чё, я уже офлайн? What the fuck? Почему я офлайн? Я не могу меню нажать, да? Кажется, я перебрался на другую сторону и меня выкинуло. А, хорошо, а как мне возобновиться? Не, ребята, в прошлый раз я, наверное, тоже был онлайн. Так, стоять. Что это за фигня? А, мне на почту кто-то фигню шел. Я понял. Я забыл закрыть почту. Заранее извините, ребят, так. Ну хорошо, мы теперь продолжаем играть в офлайне. К сожалению, я не знаю кнопки, чтобы восстановиться. Это, походу, я проехал на поезде, поэтому меня выбросило в офлайн. Все же неприятно. Ну ладно.
We'll be right back.
Ну что ж, дорогие друзья, мы почти подъехали наш пункт назначения. Тем не менее, мы получим такой нехорошенький штраф, я хочу сказать. Но это из-за того, что у меня клонит сон. Да, скучно ездить одному, очень скучно. Аж засыпать хочется. Ну хорошо, 2 минуты нам осталось. На красный свет проезжать не будем, поскольку нам дадут автоматический штраф, поэтому мы переждем. Надеюсь, они тут работают, потому что время остановлено в связи с тем, что у нас режим офлайн. Поэтому я посмотрю, что с этим можно сделать, и обязательно напишу, как я исправил или какую кнопку я нажал для того, чтобы присоединиться обратно. Я так полагаю, надо будет выйти и обратно зайти. Я, скорее всего, думаю, вот поэтому там пацаны постоянно выходили или входили из игры. Так, ну я думаю, светофоры залагали, да? Да, скорее всего, светофоры залагали, поэтому мы можем свободно перемещаться через них. С опозданием, даже так. Очень интересно. Неустойка за опоздание. 38 056 часов 11 минут. What? Чего? Минус 29 000 евро. Если честно, я немножко в шоке, учитывая то, что минус 29 тысяч и опоздание у нас 38 тысяч. Охренеть. Ну да, короче, немножко багованная эта игра, тем не менее, если пофаниться, то да. А если в плане того, что вы хотите устроить реальную карьеру свою, то я не рекомендую играть. Потому что, как вы видите, во-первых, надо перезаходить, а во-вторых, опоздание у нас 38 тысяч часов. И это нам обошлось копейку. Я потратил где-то 50 минут, чтобы доехать до туда, вот полного времени. Это у вас там будет перемотка минут 10, да, от силы. А вот у меня как раз таки минут 50 потребовалось, чтобы доставить. Я получил ничего. Для этого у меня как-то большие потери. Несмотря на то, что мне 0 дали. Если бы минус, то это вообще был бы колоссальный провал. Ну хорошо, я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. С вами был Мистер Ал. Если понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду этому очень рад. А так, все, тогда, ребята, до новых встреч. Увидимся в других видео. Пока.